gərginləşdirən məqamlar nə idi? Какие моменты сегодня вас поддержали в этом напряжении, самые напряженные? То есть сначала мешал. Сегодня, я думаю, вся игра была в напряжении. Кино он будет гарги, да? И сегодняшняя игра была долговая, считаю, что мы отдавали 95 минут, они оборонялись в футбол, и нелепая ошибка нашего привела к нашему голову. Biz 95 dəqiqə ərzində hücumlarımız hücumda oynayırdıq. Üzrə bugün hansı futbol oynayırdıq və bir bizim tərəfimizdən bir sərf oyunun tərəfini həll etdi. O sərfdə nə dərəcədə rol var idi? O sərfdə nə qədər? 95 dəqiqə nasıl bir barışa matlayar o? Ну, я, наверное, немного пересчитал поворот мяча и где-то перепрыгнул раньше времени, чем надо было. Поэтому там ошибка до меня была в центре поля и быстрая атака пошла. Все же я считаю, что большая вина моя. Düzdür, mənim də səhvim var idi. Əvvəlcə meydanın mərkəzində səhv var idi. Tez bir hücuma keçdi zirə. Mən də biraz o topun gəlməsini biraz düz ölçə bilmədim. Və biraz vaxtından tez hoppandım və ona görə də zirənin hücumçusu tək bir dəqiqə ala bildi. Bir, yəni meydan mərkəzində də səhv var idi. Burada da səhv var idi, amma məndə nisbətdə məndə biraz çoxdur. Bu səhvin yaratdığı savuş gərginliyi что он делает, когда ты со футболистом на базе? В чем была причина такого, что это было психологическое напряжение или... Нет, это не психологическое, просто я же говорил, немного не считал полет мяча и раньше времени выпрыгнул, а нападающий много потел под меня, то же самое во втором тайме, судья трактовал правила, когда Руслан главное, что выпрыгнул, и от него тоже нападающий потел и в нашу сторону свистнул кол. Yox, yenə də heç bir psixoloji problem yox idi. Sadəcə, mən dediyim kimi, biraz topun gəlməsini biraz ölçə bilmədim, yəni vaxtından tez otlandım. Zirənin hücumçusu da biraz mənə elə bir altından şey edildi. Yəni, sonra da ikinci hissədə də, ikinci hissədə həmin moment var idi, yəni Ruslanla Zirənin digər hücumçusu. Həmin toqquşma var idi, amma o dəfə, ikinci dəfə artıq hakim bizim yəni lehimizə. Sual deyəsən, düz tərcümə eləmədim. Yox, soruşur ki, yəni bu səhvdən sonra başladı Ruslanla sizin mübahisə eləməyə. Səhvdən sonra? Əsas da ikinci hissədə. Tərlanla da öz narazılığını После этой, после этого эпизода с полом казалось, что у вас с игроками произошло какое-то напряжение, резко выговаривали. Во втором тайме тоже было какое-то напряжение в игре Нефчи. Даже старал моментом был какой-то эмоциональный разговор. Было такое? Нет, совсем не было, но когда в игре это все наебутся, поэтому тут нельзя что-то говорить, даже если кто-то намек это некрасиво сказал, это все эмоции после игры, это все забывается, то есть это рабочий процесс, и никаких не было там друг на друга крика, мы все на поле как одна семья и играем в главной команде. Biz bir ailəyik, yəni iş prosesidir, belə bir oyunlarda, futbolda belə bir şeydir. Emosiyalardır, oyundan sonra biz yəni bunu yadımıza salmırıq, bu emosiyalar unudulur, heç bir problem qalmır. Yəni, 4 qələbədən sonra 3 gərgin oyun gözləndi. Birindən belə məğlub çıxdı. Növbəti qəbələr, Qarabağ, bu oyundan da var. Победит подряд первое поражение и вообще ожидали, что ilk 3-dəki komandaları матчи стройка лидеров. После 4 побед подряд первый матч Нефчи проиграл. Что можно ожидать от следующего? Ну, я думаю, что мы сегодня проиграли просто из-за результата, по игре мы полностью их переиграли, и дальнейшие игры, я думаю, что мы тоже будем показывать хороший футбол и будем добиваться положительного результата. Məncə biz gələn onlarda yaxşı futbol göstərməyə çalışacaq və yaxşı bir nəticə qazana biləcəyik. Bugün siz gördünüz ki, oyuna görə biz uduzmadıq. Yəni, sadəcə bir səhv nəticəyə görə uduzduq, amma oyuna görə məncə biz uduzmadıq. Bir də şeylə, gərginliklə bağlı. Случилось то, что я забрал чисто мяч, а игроки балканцы, они все попытались что-то там кричать, типа я его ударил. И на эмоциях я ему сказал, типа, зачем ты кричишь? Топу, тамис топу автомобильно, а мы балканцы, зря не балканцы, мы уже арбашно так, что майки.
fonlu bir fon vardı. Mən də yəni cavab olaraq onun üstündə qışqırdım ki, niyə görə qışqırdısan? Və belə bir, yəni belə bir vəziyyət. Oyundan sonra yaxınlaşdı, əl sıxmaq istədi, amma bu istəmədi. Ну, после матча мы стали пожимать руку. Люди, которые не хотят футбола, пытаются где-то какими-то такими моментами время тянуть или провоцировать футболистов. С такими футболистами не хочется сжать руку. И если мы все делаем одно дело на поле, и они, и мы играем в футбол для зрителей, это не украшает футбол, когда человек падает и кричит просто так. Biz hamımız eyni işi görürük, yəni bizim futbolçularımız da Zidane futbolçuları da və belə bir oyunçular istəyəcək, yəni təhribatla məşğul olur. Belə adamların əlini məsul istəyəcək.